черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. У меня были на исповеди были эти киллеры, которые убивали людей, по много людей убивали, и всех таких известных, которые могли бы, может, президенты были кем-то, да? Я говорю, знаешь что, давай набирайся мужества, духа набирайся, молись, и потом иди на смерть. Если тебе скажут, то иди лучше, пусть тебя убивают. Это самое лучшее, вот и все. Раз ты убил кого-то, я думаю, что пострадай.